Всем привет, друзья! На сегодня курс доллара 56 рублей 96 копеек. А это значит, что мы сможем купить гораздо больше крутых вещей, чем, например, 2 месяца назад. Сейчас я вам покажу 14 вещей за 1 доллар. Обязательно поделись этим видео с друзьями. Поехали! Ну что же, поиграем в настоящих шпионов. Одним из важнейших атрибутов супершпионов является ручка с невидимыми чернилами. Кроме того, с этим предметом можно писать шпаргалки. Единственное, чего не следует делать, так это давать ее на контрольной. Ну, вы поняли намек. Если вы охотник или любитель походов и активного отдыха, то уже знаете, как упрощает жизнь хорошие спички. Вода, сильный ветер – это для них не препятствие. Эти спички будут гореть в любую погоду. Это не совсем таймер в обычном понимании. Но с помощью этого предмета вы с легкостью определите, насколько сильно проварились яйца, чтобы вовремя достать их из кастрюли. Ну а если вы хотите покупать эти вещи прям вообще за копейки, то рекомендую вам воспользоваться самым крупным и лучшим кэшбэк-сервисом Letyshops. Он помогает возвращать до 30% в более чем в 900 магазинах AliExpress, LaModa, MVideo, GearBest и еще куча крупных интернет-магазинов. Уже более 3 миллионов пользователей, ну конечно же я, успели оценить этот по-настоящему годный сервис. Присоединяйся и ты, ссылку я оставил в описании. Это набор из 3 сменных объективов для телефона. Он позволит делать качественные макрофото, а также широкоугольные фотографии в стиле рыбий глаз. Подходит практически для всех видов телефонов, включая Samsung и Apple. Не знаю, зачем нужна эта карта, которая обладает увеличивающими свойствами, но штука очень эффектная. Физики, конечно, скажут, что это обычная линза Френеля, но даже они из заинтересованности будут на нее смотреть. Меньше чем за 1 доллар вы сможете приобрести комплект из 10 таких карточек линз, которые легко уместятся в вашем бумажнике. С помощью этого простого устройства вы легко сможете прочистить забившиеся сантехнические трубы. Все, что нужно сделать, это просто ввести трос в отверстие слива, вращая его вокруг своей оси, а затем вынуть обратно. Цепкие крючки троса достанут из труб много застрявшей грязи. Маска для сна за 1 доллар. Некоторым людям необходима полная темнота для быстрого засыпания. С этой маской вы можете просто и быстро засыпать даже в светлое время суток. Она очень удобная и мягкая. В ней вы не получите никакого дискомфорта. Маска будет не лишней в различных поездках, во время долгих перелетов или переездов. Велоспидометр – это целый велокомпьютер, который без сомнения придется по душе всем велосипедистам и любителям велоспорта. При своих миниатюрных размерах и небольшой цене он предлагает владельцу очень большую функциональность. Электронным спидометром их можно назвать с натяжкой. По сути же, это целый мини-компьютер для велосипеда. Хотите за 1 доллар почувствовать себя настоящим миллионером? Если да, то закажите себе эти реалистичные долларовые салфетки. Они сведут с ума всех, кто их увидит. Также ими можно круто пранковать друзей и коллег. Уже весна, и пора бы похвастаться перед друзьями своими кроссовками, к которым нужно прикрепить вот такие классные клипсы. В ночное время выглядит охренительно. Если вы любитель погулять вечерами, то эти клипсы для тебя. Если вы не знаете, что купить, то порадуйте себя и друзей настоящей, усовершенствованной рогаткой. Она не стреляет камнями, а пускает светящийся заряд, за которым очень прикольно наблюдать в темное время суток. Отлично подойдет в теплые летние вечера. Наверняка ты знаешь, что такое Powerbank, но видели ли вы по цене 1 доллара? Скажите, таких нет? Но не тут-то было. Более 6000 заказов, из которых 90% положительные. Так что если вы давно хотели купить, то этот момент настал. Если ты любитель послушать музыку, то этот MP3-плеер для тебя. Да еще с наушником, компактно крепится на ухо, а благодаря пластику вы не почувствуете его веса. Поставил карту памяти и наслаждаешься музыкой. А вот вам самый настоящий антистресс-глобус. С ним вы сможете весело проводить время в школе, снимать стресс, ну и, конечно же, изучать нашу необъятную планету. Обязательно покажите ее учителю географии. Пусть заценит. Ну и напишите в комментариях, какая была реакция учителя. На этом я заканчиваю. Не забывай нажимать на этот колокольчик. Всем удачи и пока!